Коничева, с вами Дарья Мойнич, и угадайте, где я сейчас нахожусь. Я думаю, что вы догадались. Это Токио, Япония. У нас замечательная пора, пора любования красными клёнами, момиджи. И в этот раз я поехала не на учебу, а я организовала группу. И у меня будет такой новый формат, это видеоблог. Я хочу поделиться с вами нашими эмоциями, впечатлениями, все, что мы посмотрели здесь, все, что мы здесь попробовали, и также эмоции, впечатления нашей группы. Я надеюсь, что вам понравится, что вам этот формат будет интересен, и что вы вместе с нами тоже переживете эти замечательные эмоции и впечатления. Итак, поехали! В Японии это будет первый опыт. Мы заселились в отель и пошли гулять по Токио. Посетили парк, где здорово любоваться клёнами, но на то время они еще не покраснели. Сходили в район Сибуя, который известен статуей Хатико, и также перекрестком и шопингом. Мы решили съездить на день в древнюю столицу Японии Камакура. Там очень уютно, множество красивых храмов. И если у вас есть свободный день в Токио, то я очень рекомендую вам посетить этот город. Тем более от станции Токио до Камакура можно доехать менее чем за час. И также в Камакуре находится вторая по величине статуя Будды Дайбуцу. Приехали специально в Токио на 2 дня раньше вместе с Аней для того, чтобы подготовиться к группе, ну и просто самим тоже посмотреть город, поснимать видео. Девочки, вы рады, что мы идем на поезд? Я встретила группу в аэропорту, и мы поехали в центр Токио пробовать японские суши. Выдался дождливый день, и мы решили поехать в знаменитый район для любителей аниме и техники Акихабара. Так, а ты что берешь? А я смотрю какую-нибудь красивую кружечку, я думаю, она без ручки будет такая в восточном стиле. Что такое здесь? Это вот то аниме, которое я сейчас фанатею. А так это ставка по нему, да, так и Титан. Вот наш завтрак. Это у нас второй день в Японии. Смотрите, какой у нас милый завтрак. Салатик, онигири. Девочки, снимаю сторис. Сейчас я нахожусь на Одайба. У нас вышел дождливый день в Токио. Это уже второй по счету дождливый день. Ребята промокли. Такой лайфхак, куда можно пойти, когда дождик. Хорошее место, я думаю, что это Одайба. Что здесь есть очень классный Team Lab Borderless Museum. Это очень красивое световое шоу. Правило туда, ребят. Очень рекомендую это место к просмотру. Единственное, конечно, там большие очереди. Музей пользуется популярностью. Он достаточно недавно открылся. И если вы хотите сделать там классные фотографии, то рекомендую вам вставать как можно раньше, прям даже за полчаса до открытия приходите. Покупайте билеты, и тогда у вас будет возможность фотографироваться уже с наименьшим количеством людей, а фотографии там просто шикарные для Инстаграма. Но я сейчас нахожусь в таком центре, где тут много машин, много разных представлено новинок. Находится прямо рядом с этим музеем на Одайба.
Я недавно смотрела фильм «Форд против Феррари». Вот, смотрю, тут есть такие гоночные машины. Я думаю, что зрители моего канала не только девушки. Я вот лично в них ничего не понимаю, но и мужчины. Возможно, будет интересно посмотреть. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Ну, а мы с вами увидимся в следующих частях, потому что нас ждут еще приключения в Токио, в Хаконе, в Киото и Нара. До встречи в следующих сериях. Диаматане!